Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сегодня божественный день обретения счастливой судьбы. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Сегодня наступает один из самых важных дней месяца. И от того, как вы его проживете, зависит ваша судьба в дальнейшем. Лунные энергии сегодня обладают мощной силой, когда даруют свои самые чудесные благословения. Так как наступает волшебный день, сегодня каждый из вас может обратиться к высшим силам и смогут получить благословение. Это очень благоприятное время, когда в жизни каждого человека случается самое настоящее чудо. Отправляйте свои просьбы, читайте молитвы и будьте уверены, что высшие силы сегодня дадут вам свое благословение на обретение достатка, здоровья и счастья. Особенно благоприятен этот день считается для семейных пар и особенно для тех, кто мечтает создать семью. Молитва в этот день обязательно будет услышана. А если вы о чем-то мечтаете, то будьте уверены, что ваша мечта будет исполнена. Доверьтесь высшим силам, и ваша искренняя молитва сегодня сотворит настоящее чудо. Тот, кто сегодня будет соблюдать волшебный день, делать добрые дела, поступки, будет освобожден от своих проблем и сможет достигнуть большого успеха. Самым важным правилом является сегодня духовная практика. В течение дня прочитайте любую молитву, которую вы знаете. Посвятите свое время и внимание самому важному, а это своей душе. В этот день открывается сердце каждому, кто ищет свою любовь. И самое важное – это день добрых дел. Обязательно сегодня сделайте добрый поступок. Помогайте нуждающимся и делайте добрые дела от чистого сердца, не ожидая ничего взамен. Внимательно сегодня следите за своей речью. Никого не критикуйте, не осуждайте и не ссорьтесь, не говорите ни о ком плохо. На уровне души в этот день практикуйте доброе отношение ко всем. Каждый, кто встретится с вами в этот день. Также, если вам сегодня встретится человек, который также сделает вам доброе дело, знайте, что гарантированно счастливая судьба у вас наступает. Этот день самый светлый и самый волшебный, когда каждый человек получает возможность изменить свою судьбу к лучшему. И если соблюдать его правильно, ваша жизнь обязательно улучшится во всех уровнях. Не пропустите этот день, Вселенная вас благословляет. И для того, чтобы принять счастливые перемены, достаточно просто в течение всего дня умыться водой и сказать такие слова. «Светлой силой себя наделяю, счастливую судьбу ожидаю». Проговариваем 3 раза, умываемся, и этого достаточно. И вот посмотрите, что обязательно этот день принесет вам много счастья.